колхозе «Победа» начали посев подсолнуха, затем приступят к кукурузе и сорго. Значит, на сегодняшний день посеяно 80 гектаров подсолнуха. Предстоит еще 760 гектаров. Предстоит около 300 гектаров посеять кукурузы, 25 гектаров сорги. Посеяно ранней весной 70 гектаров гороха, 20 гектаров овсы, 20 гектаров вики, 46 гектаров лен. В этом году аграриям придется больше средств потратить на покупку топлива для проведения сельхозработ. Солярка, полыно, совощес, вар, дурмес. Солярка дорогая, но есть. Мы не останавливаемся. Работа идет по плану. Как нам оставили наши деды, мы в колхозе стараемся работать таким же методом. 5 углей шлядля. В данный момент без колхоза совощес таким же методом шлемя. Механизатор 3-й тракторной бригады Леонид Курдов отметил, что все работы ведутся последовательно и будут закончены в сроки. Я думаю, что до конца апреля мы все сумеем посеять, пропашные у нас закончим. Зарплаты у нас нормальные, каждый месяц получаем. Коллектив дружный, еще раз хочу поблагодарить всех. Погодные условия благоприятствуют проведению сельхозработ. Олег Дулогла, Леонид Афанос, ГРТ, новости.